С 1 сентября в штатный режим работы вернутся отдельные стационары региона, перепрофилированные под инфекционные госпитали в Самарской областной больнице Середавина и в Тольяттинской городской клинической больнице номер 5. Сейчас там проводится подготовка, чтобы обеспечить качественное лечение как пациентов с коронавирусом, так и пациентов с другими заболеваниями. Кроме того, с начала осени в штатный режим планируют вернуть ФМБА в Тольятти и клиники Самарского медуниверситета. И в сравнении с другими регионами все наши результаты они сопоставимые. Был одобрен наш план по возвращению в штатный режим двух крупных больниц. С 11 августа в детских оздоровительных лагерях Самарской области начнется вторая смена. Перед приемом школьников во всех учреждениях будет вновь проведена специальная обработка, а персонал ждет инструктаж. А чтобы занять тех детей, которые не попали в пришкольные лагеря, в образовательных учреждениях вновь заработают кружки различных направлений. Необходимо занять детей, состоящих на различных видах учета, трудных подростков, нет занятости у неурочной деятельностью. Поэтому предлагаю лагеря дневного пребывания не открывать в этом году, но для такой категории детей организовать в образовательных учреждениях кружковую деятельность до конца августа этого года. Молодожены теперь смогут пригласить на церемонию бракосочетания больше гостей. Точное их число будет зависеть от размера зала, где будет проходить торжество. Поступают значительные обращения граждан о возможности увеличения числа присутствующих на торжественной церемонии. Просим рассмотреть возможность проведения церемонии государственной регистрации брака в торжественной обстановке с числом участников, исходя из площади зала, то есть из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. При условии выполнения требований Роспотребнадзора смогут начать работу и кинотеатры Самарской области. Зрителями может быть заполнена только половина зала, но при этом всего в помещении могут находиться не более 50 человек. По кинотеатрам я бы считал важным учитывать те ограничения, которые сегодня действуют в муниципальных образованиях. Ну, например, по Самаре в любом случае это не больше 50 человек. Также в отдельных муниципалитетах региона могут быть введены более строгие ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Андрей Горгуленко, Виктория Шара. События.